Встреча с губернатором Анатолий Артамонов и Мурат Зязиков рассмотрели вопросы социально-экономического развития области, ход исполнения майских указов президента. Также обсудили мероприятия, посвященные предстоящему празднованию 120-летия маршала Жукова. Речь шла и об инвестиционных проектах. Инвестиции, они сами не приходят, сами по себе, за них надо, я бы сказал, даже драться. Не просто сидеть, ждать, что вот нам положено, мы там очень интересные, очень привлекательные, там мы себя видим хорошо. Здесь нет, здесь у руководства области абсолютно такой прагматичный, очень правильный подход. Если нужно поехать где-то к инвесторам с ними, проговорить, убедить их, включая европейских, и здесь в стране, поэтому это такая работа идет.